как нас ждет следующая пара, весовая категория до 65-80 килограммов. Чемпионский бой. Евгений Прокофьев, город Екатеринбург, спортивный клуб «Мобилизация». Встретиться лицом к лицу с Андреем Ануфриевым, спортклуб «Варяг», город Красноярск. Мы видим, выходит Евгений. Надо сказать, что только что чемпионский пояс взял одноклубник Евгений. Я думаю, что это хороший эмоциональный заряд для него, чтобы выложиться по полной и также стать обладателем пояса. А Евгений больше настроен на нокаут. Он очень сильный ударник. Я думаю, что он попытается эту игру продолжить. Приглашается боец из Красноярска, представляющий спортивный клуб «Варяг» Андрей Ануфриев. Вот Андрей Ануфриев. Андрей Ануфриев, наоборот, больше борец. Он великолепно делает тейкдаун и зарабатывает на этом очки. У него хорошая игра в партере. И это такой классический поединок между ударником и борцом. Я думаю, что это будет интересно. Видим, очень сосредоточенный Андрей. Так уже буквально через несколько секунд будет первый раунд. И посмотрим, что же предложат противники друг другу в клетке. Мы видим, что рефери приводит в порядок октагон. Видимо, после прошлого поединка была кровь или вода, которая накапала с бойцов. И это может помешать текущему поединку. Поэтому рефери принял решение о том, чтобы протереть канвас. Традиционное путствие от рефери. И вот уже бой начинается. Как я уже сказал, Алексей, Евгений – это ударник, жесткий ударник. А Андрей больше ориентирован на борьбу, тейкдаун и так далее. Я думаю, это классическое противостояние ударник-борец. Бразилец. Американец, если ну, это очень условно иронизировать. Практически. Вот мы видим, что Андрей практически сразу начал вязать Евгения, прижал к сетке и попытается выжать все из своих умений в борьбе, в стойке, я думаю, что в партере. Саш, вопрос, очередной вопрос от дилетанта. Venom, это что за марка такая? Venom — это достаточно такая известная марка экипировки смешанных единоборств, и на очень многих бойцах мы можем ее увидеть. Многие известные там бойцы-чемпионы там выходят, очень много бразильцев, кто выходит в этой марке. Кстати говоря, бразильцы, да. Я думаю, может быть, шорты и выбраны таким образом. Не случайно. Но давайте тогда скажем о том, что Евгений в новой коллекции Reebok для UFC. Так, сейчас Reebok и Venom нам должны за рекламу. Да. Я думаю, что это абсолютно точно. Абсолютно точно. Так вот, может быть, это как раз новая волна, так скажем, бойцов, типа Конора Макгрегора и так далее, которые
Это тот самый ирландец с бородой. Да, да. Кстати говоря, надо сказать, еще раз прорекламировать. Сегодня, 12 декабря, состоится долгожданный чемпионский бой между Жозе Альдо и Конором Макгрегором. В России мы сможем увидеть трансляцию в 6 утра. Поэтому, ну, мы лично все организаторы турнира после турнира поедем смотреть именно этот вечер. По поводу рекламы хочу добавить, что без бокса на телеканале Бокс ТВ ни в коем случае не обойдется. Абсолютно невозможно. И трансляция из Москвы сегодня ночью на телеканале Бокс ТВ также будет. Наши московские коллеги. Андрей взял бэкмаунт и фактически пытается задушить Женю, но видим, что захват разжался. Такая очень сложная ситуация, потому что ноги заправлены, Андрей очень плотно сидит. Он очень хорошо берет руку, я думаю, что сейчас мы можем увидеть удушение. Видим, что Женя не сдается, пытается расслабить хватку ударами по голове в лицо Ануфриева, переходит в защиту. Саша, какое развитие ситуации ты видишь? Ну, на самом деле, если Евгений не сможет сбросить себя Андрея и там этот бэкмаунт себя, то, скорее всего, он проиграет этот бой. Мы видим, что это еще одна попытка. Вот и удушение. Вот и удушение. Андрей становится чемпионом. Как и в прошлом бою, да, неожиданное, драматическое. За что и любим, собственно говоря, и да. Вы тоже, я думаю. Да, да, мы видим, там что... в очень тяжелом состоянии находится. Он уснул, это... Эффект. Это эффект, да, когда у тебя мозг перестает из сонной артерии попадать кровь, но это не страшно, ты засыпаешь буквально там на 30 секунд, потом приходишь в себя. Но мы видим, что, видимо, он не сдался и уснул. И Евгению стоит отдать в этом должное. Аплодируем и тому, и другому бойцу, конечно. И победителю, и проигравшему, потому что, действительно, это огромное мужество. Бой был очень интересный. Поддержите бойцов аплодисментами. Итак, на 4-й минуте первого раунда этого боя удушающим приемом победу одержал Андрей Ануфриев, город Красноярск. Ну, приглашаю вручить пояс школа, победителя этого боя, призера Олимпийских игр по греко-римской борьбе Ильдара Мамедалиева. Аплодисменты. Большая часть ребят, которые выступают по ММА, Сибири, это выходцы из школы Панкратиона. Сегодня одного из них, Константина Веселкина, мы увидим. Да. Анонсируем мы следующие поединки. Сегодня очень обширная программа. Очень обширная. И как бои за титулы среди, ну так, условных любителей, так и профессиональные рейтинговые поединки. Ну и сегодня нас ждет бой за Кубок Урала и Сибири. Между Егором Голубцовым и как раз Константином Веселкиным. Егор Голубцов, тот самый Егор Голубцов, который уже был в трансляциях на телеканале Бокс ТВ. Да, все верно. Мы все помним эту драму. Александр, вы можете поговорить об этом. Я в прямом эфире предвосхитить. Я был свидетелем этой драмы, поэтому... Здесь причем. Да, все верно, именно на этой площадке. Егор восстановился, провел хорошую работу и сейчас выйдет против очень серьезного соперника. Я думаю, что если сегодня бой сложится удачно, мы уже в 2016 году устроим небольшой реванш с Укробом Довлатовым, который уже, возможно, в статусе чемпиона нашего турнира в легком весе сразится с Егором еще раз.
То есть практически Мэнни Пакьяо, Тимоти Брэдли 2. Если переводить так на боксерские рельсы. Возможно, возможно. Может быть, мы даже увидим трилогию. А... Бывает, кстати, трилогии. Да, очень много знаменитых. Наиболее яркую, пожалуйста, озвучь.